В январе планируется провести переговоры с международными финансовыми институтами о газификации Астаны. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев. Окончательное решение по этому вопросу будет принято уже в феврале. Бүкіл қазақстандықтарды елді мекендерді санасақ 49,5% В этом году мы обеспечили охват территории страны газоснабжением на 49,5%. На очереди, конечно, Астана и Карагандинская область. Также будут продолжены работы по газификации Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областей. Только для Алматинского региона на эти цели из республиканского бюджета выделяется порядка 6 миллиардов тенге.